с вами на море. Такая прекрасная погода, все такие загорелые, все уже отдохнули, а кто-то еще продолжает отдыхать. И я приглашаю Николая Торопцева из города Раменского Московской области, который подарит нам свою песню, которая называется «Отдых на море». Николай также является постоянным участником фестиваля «Звездам навстречу», как самостоятельно, так и в составе ансамбля «Радуга». Раз. Дорогие друзья, с 3 часов до 4 у нас посещение музея. Поэтому, кто еще не был в музее, сейчас слушаем, и потом потихонечку можем приходить, уходить. А в 15:30 продолжим петь. Второе отделение начнется. Можно. Какая сегодня замечательная погода. Просто праздник нам дарят. Лето, тепло, загораем. Отдых на море. В радостном мажоре плещемся мы в море, забывая обо всем. Плаваем, ныряем и просто загораем, лимонад и колу пьем. В небе кружат чайки, а ну-ка не зевай-ка, покорми скорее птиц. Кишит народ на пляже, но это и не важно, мы просто отдыхаем блиц. Море синее смеется, увлекая нас волной, и заманивает солнце по дороге золотой. И прибой, играя в прятки, прячется за волнорез. Убегаем без оглядки, мы в свою страну чудес. Какие фонтаны пускают киты, какие дельфины, какие хвосты. И мы словно дети на теплых волнах. Кораблик плывет к нам на всех парусах. Завтра снова солнце в небе, да-да, засияет всей красой. Ух ты! Мы услышим пташек щебет, ку-ку, над прибрежной косой. Ой-ой, новый день придет к нам вскоре, теплый, нежный, озорной. Побежим купаться в море, хорошо нам здесь с тобой. Какие фонтаны пускают киты, какие дельфины, ах, какие хвосты. И мы словно дети на теплых волнах. Кораблик плывет к нам на всех парусах. Еще раз, какие фонтаны пускают киты, какие дельфины, ах, какие хвосты. И мы словно дети на теплых волнах. Кораблик плывет к нам на всех парусах. Все. Спасибо. Ой, отлично, прям поплыли. Плывем уже.